чуть-чуть. Вопрос можно задать? Приветствую, Тимур. Приветствую, Ханат. А, очень приятно. Как у вас рыбалка идет? Да, и так все. Просто ну, это такой спортивный интерес, да? Да, спортивный. Поймать, отпустить. Здравствуйте, уважаемые подписчики! Привет! Сегодня у нас обычный день для города Нур-Султан. Сегодня у нас штормовое предупреждение. Но несмотря на это, мы решили посетить наш центральный парк. Для чего? Для того, чтобы посмотреть цены, примерно 50 расходы на одного человека. Я думаю, посещение нашего центрального парка вы как раз можете начать с обзора. А для этого как раз стоит такое устройство. Это бинокль или труба. Много кушаешь. Поделись хотя бы со мной. Да, кстати, я хотел сказать, почему я хорошо помню этот вкус. Дело в том, что у меня был друг в детстве, его звали Марченко Олег, я надеюсь, он смотрит это видео. И его мама, она работала продавцом мороженого. Так вот, у нас была такая замечательная возможность сочкануть с занятий. И мы это мороженое ящики мы кушали. Это не каждый как бы такое мог себе позволить, но мы могли. Поэтому я очень хорошо запомнил этот вкус. Мы решили испытать себя в таком 7D аттракционе. Вот, нам разрешили здесь как раз снимать. Посмотрим, что это такое за 7D. Честно говоря, уже давненько не был. Будет интересно? Давай начнем. Поверх очков. Да, вот я поверх очков одеваю. Вот мне здесь консультируют. Вас как зовут? Нартай. Вот Нартай. Это замечательный парень, который как раз является здесь администратором. Да. Я не администратор, а оператор. А. Ну что? Начнем? Да, аккуратно. Мы всегда хотели покормить лебедя вот так вот близко. И кажется, наша мечта сбылась. Есть такое мнение, что кормежка хлебом, она нисколько не полезна, не вредна для уток, и для гусей, и для лебедей. Сколько ему примерно? Ой, 2 месяца, наверное, где-то. Они маленькие еще. Угу. Может, месяц? Все? Чего ты боишься? Не боюсь. Это козлик, да, у нас? Сколько мы примерно потратили? Мы потратили 5-6 тысяч. Это на нас двоих, да? Да.
Так вот, как ты думаешь, если вот мы-то взрослые люди, да, там мы не очень много катались на аттракционах, то есть расходы для взрослых людей, я так делаю вывод, да, и для детей, конечно, это разная, как бы, да, статья расходов. Для детей сколько бы ты рекомендовал вот, взять с собой, вот у кого есть дети? Примерно 10 тысяч, 5-10. 5-10 тысяч на одного ребенка. На взрослого где-то примерно 5 тысяч на одного, в принципе, будет нормально, да? Да, достаточно будет. Да, потому что все равно дети хотят попкорн, сладкую вату, купи игрушку, купи то все. Или вот есть такое, как даже бывает, и взрослые, которые ведут себя как дети. Можно... А ты что? Нет, нельзя, сама нарушила. Вот так вот. Думаю, на семью где-то из 4 человек, где-то примерно, где-то 1020, да, примерно так? 20 тысяч, да, хватит. Ну, это примерно так среднее, да. Конечно, если вы любите, скажем так, на всю катушку, можно и больше взять. А если вы хотите посетить большое кольцо обозрения около Island, вот как раз вы можете посмотреть в Тугисе или Google Maps, там вы можете увидеть его точное расположение. А здесь же у нас в парке в центральном есть колесо, да, обозрения, но оно такое небольшое, но тоже нормально. В целом, здесь есть и экстремальные такие, да, как бы аттракционные, и для детей. Я думаю, что для всей семьи здесь есть на что посмотреть и чему порадоваться, да? Да. Уважаемые подписчики, надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь к нам на канал. До свидания. И пальчик вверх. Да, и комментируйте.